Нет. Красиво, реально. Зараз. Или знаешь, на что? На морковный сок еще похоже, только такой процеженный. Ну, знаешь, оранжевые мухоморы были такие красненькие. Сколько, полгода прошло, да? С октября месяца. Дождались. Ой, класс, да, ты, что, тут ты на мое день рождения их собирала. 6 октября. Да, синие? Да. Точно. Это весь сразу мухомор. Но больше не меньше. Я точно знаю, что это будет еще более действенно. Это будет вообще огонь. Красота. Мне цвет прям вообще нравится. Они такие бледненькие стали, да? Настойка яркая. Буду ставить эксперименты дома. Спасибо, Наташа. Ну что, спасибо. Мухоморный цвет. Мухоморный цвет. Слышала такое? Да. Цвет мухомора. Слухай, ты бутылку принесла по разинеру. Да? Точно? О, точно, тютелька в тютельку. А видела, я как знала прям. Не, подожди, идеально. Подожди, я еще буду. А, ты хочешь отжать, что ли? Не, сейчас. Там, я вообще сделаю. Видишь, отстояла. Да, действительно там еще осталось? Да. Это же ты все знаешь. Сок тени мухоморы. Даже как будто ярче, прям красивше апельсина. У нас, бачишь, деревня подгорная, а у тебя цвет мухоморный. Цвет мухоморный из деревни подгорной. Все, закрывай. Натурпродукт. Они красивые цвет, правда. Очень, я в восторге. Цвет отличный получился. Интересно, через 40 дней был бы такой же? Или только через полгода? Я ему уж не хотела на погребе стоял, мне не надо бить. Я думаю, что минимум 40 дней, а больше не меньше. Привет, да. Надо просто, чтобы у меня те, чтобы 40 дней стояло. Да.